герою. Герою из налогового управления. Мона. Мона. Да ты провинциалка. У тебя провинциальный тик. Ты когда успела так измениться? Ты больше не Мона. Ты супруга господина Мирою. Оставь меня. Ты достойная супруга господина Мирою. Я же сказала, оставь меня. А что же тебе еще не хватает? Платье? Так надень же его поскорее. Тогда будет полный комплект. Ты только взгляни, какое оно красивое, Мона. Ты же роскошное животное. Ты сделана из капельки духов величайшей линии и щепотки воображения. И ты решила всему этому противостоять? А подумала ли ты, что с тобой будет через год? А то через 5. Знаешь, во что ты превратишься? Стойте на месте, мадам! Стойте на месте! Пардон? Мадмуазель. Мадам или мадмуазель не имеет никакого значения. Вы не человек. А аргумент явились очень кстати. Вот, Мона, полюбуйся, вот такой вот ты и будешь. Ты посмотри на нее. Сударь, мадмуазель Куку, не стоит так беспокоиться. Господин сегодня в ударе. Ее зовут Куку. Так откуда вы знаете мое имя? Я вас давно знаю. Так вас зовут Куку. А вам известно, сударь, что вы нахал? Куку, а дальше как? Вы угомонитесь или нет? Филофтея! Оставьте меня в покое! Евлампия! Вы издеваетесь? Постойте, постойте, я знаю! Эсмеральда! Мадемуазель Эсмеральда, я прав? Меня зовут не Эсмеральда! Очень жаль. Это досадное недоразумение, мадемуазель Эсмеральда. Вы что, не слышите? Меня зовут не Эсмеральда. Ну, а как же вас тогда зовут? Мадемуазель Куку. Не, ну ты видела? Мадемуазель Куку. И ничего больше. А ведь и она когда-то была молодой. Ирик, прекрати. Была? То есть как это была? А может и сейчас молода. Только этого не видно. А ведь и она когда-то одну минуту, одну секундочку своей жизни была такой же Моной, как и ты. Мадемуазель Эсмеральда. Вы что, не слышите? Меня зовут не Эсмеральда. Я знаю, но доставьте мне удовольствие называть вас именно так. Я приветствую то мгновение красоты и грации, которое вы утратили. Потому что остались здесь. И потому что по утрам умывались из колодца. Из колодца? Я из колодца? Я, которая за всю жизнь не позволила и капли воды попасть на свое лицо, я из колодца? Но умываетесь-то вы чем? Исключительно огуречным молочком, сударь. О, как! Да оставите вы меня в конце концов в покое или нет? Я не шутить сюда пришла, а выяснить, что здесь случилось. И что же здесь случилось? А весь город уже гудит, сударь. Кто вы такой? А кто вы такая? А этот автомобиль!